часть Разбилковского отдела полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о хищении имущества на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей. По предварительным данным, в Москве заявитель вызвал такси до места жительства, расположенного в деревне Ощерино. По прибытии выяснилось, что для оплаты пассажиру необходимо взять наличные из дома. Таксист сопроводил гражданина до места жительства, где под предлогом поиска сдачи на крупную купюру водитель скрылся в другой комнате, после чего спешно покинул помещение. Спохватившись, потерпевший обнаружил пропажу кошелька, телефона и часов. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в арендуемой квартире в Химках. Им оказался неоднократно судимый 34-летний уроженец Закавказья. Вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 168. Еще по каким статьям судимы? 165. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.